Неизвестная террористическая группировка успешно набирает единомышленников, поддерживающих их экстремистские цели. Это была атака изнутри. Пострадали гражданские. Кто они? Мы не знаем, чего они хотят. Мы ничего о них не знаем. Мы знаем, что они не ценят человеческую жизнь. Sci-Fi представляет. Ну что, возьмем пару пончиков по дороге в школу? Люблю тебя. Флинн, у нас сегодня праздник. Не забудь захватить вина. От исполнительного продюсера «Ходячих мертвецов» Гейл Энн Хёрд. Прошу, не трогайте меня. Нет! От исполнительного продюсера «12 обезьян» Натали Чейдес. Эбби Кэрролл, объявлена пропавшей. Ее муж – агент ФБР. Кто вы такие? Мы отряд по борьбе с терроризмом. Вы думаете, мою жену похитили террористы? Террористы, которых мы преследуем. Не люди. Охотники. В апреле. Вы нашли мою жену? Тебя перевели из охраны. Добро пожаловать в наш отряд. Маккарти, главный подозреваемый в утренней атаке. Найдем его, найдем твою жену. Величайшая мировая угроза. Охотники могут нанести удар где и когда угодно. ОБС использует оружие на основе их технологий. Пушка, которая убивает марсиан? Вот бред. Не из этого мира. У твоей жены был секрет, о котором ты даже не подозревал. Из-за него и похитили. Ты ничего не знаешь о Бэби. Все что-то скрывают. Мы в ваших домах, в ваших церквях. Где вы работаете, где едите и спите. А ты даже не догадывался. Нас много, и мы везде. У нас есть все основания не доверять людям. Мы полны злобы. Охотники. В апреле 2016-го. Смотрите в озвучке Alternative Production.